Нештатная ситуация. По запросу экипажа самолета Boeing 737-500 авиакомпании UTR, летевшего из Москвы в Нарьян-Мар, в аэропорту окружной столицы была объявлена тревога и приведены в готовность все службы – МЧС, пожарные и ФСБ. На борту пассажирского лайнера находилось 38 пассажиров, трое из них – дети от 2 до 12 лет. Что послужило причиной тревоги, выясняла Елена Семеновичева. Анастасия – одна из 38 пассажиров, которые летели этим рейсом. По словам девушки, на борту все было спокойно, большинство пассажиров просто спали. Первые волнения появились, как только люди стали просыпаться. Мы все начали просыпаться и понимаем, что прилетаем поздно, не по времени. Ну, все смотрели в окошко иллюминатора и понимаем, что мы кружим над городом. Сколько кругов было, мы не считали, но понимали, что есть какая-то проблема с посадкой. Как пояснил нашей съемочной группе представитель авиакомпании UTR, который, собственно, и летел этот самолет, для посадки пассажирскому лайнеру понадобилось всего два круга. Зашел он со второго раза на посадку. Посадка прошла в штатном режиме, ничего страшного не произошло. Была небольшая техническая неисправность, но не в материальной части. То есть это просто электроника. Просто электроника. Пассажиры Боинга, летевшего из Москвы в Нарьян-Мар, выдвинули несколько версий случившегося. Одна из них – не раскрывшиеся закрылки. Делать поспешных выводов не надо, уверяют эксперты. Истинная причина внештатной ситуации будет известна после всех проведенных экспертиз. По словам начальника аэропорта Андрея Овчинникова, поводов для паники не было. Летный состав опытный и подготовлен к подобным ситуациям. На самом деле больше, наверное, было страхов, то есть посадка была проведена в штатном режиме. Совершенно спокойный экипаж справился с ситуацией, зарулили. Как вы можете наблюдать, самолет находится на стоянке. Сейчас организована комиссия, значит, которая пойдет определенную работу, и по ее уже результатам будут сделаны соответствующие выводы. Чтобы отправить ожидающих пассажиров, которые должны были вылететь этим самолетом, а их, к слову, 49 человек, из них пятеро детей, из Москвы с аэропорта Внуково вылетел резервный борт. Рейс перенесен на 17 часов. Среди ожидающих Александра Богомолова со своей 5-летней дочерью. Ситуация, поясняет девушка, крайне неприятная. Не объяснили причины задержки рейса. Сказали, что вылет будет в 5 часов. Вот приходится здесь сидеть 3 часа, да, но дело в том, что не уйти домой и никуда не отойти, потому что, может быть, вылет будет раньше. То есть, может быть, в 4 часа, может быть, в 3:30, может быть, или в 5. Приходится сидеть и ждать с маленьким ребенком, то есть как такового кафе где-то здесь нету, поэтому, ну, честно говоря, неприятная ситуация. По словам начальника аэропорта, подобные внештатные ситуации случаются крайне редко. Последний раз около года тому назад. На сегодняшний день все самолеты находятся в технически исправном состоянии. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север».